Территория Донецкого аэропорта под полным контролем ополченцев. Это подтвердили в Минобороны Донецкой Народной Республики. Бои за аэропорт шли с конца мая прошлого года. Украинские силовики превратили его в практически неприступную крепость. С этой территории артиллерия ежедневно обстреливала Донецк и пригороды. За время боев практически все сооружения здесь были разрушены. Украинским военным, заблокированным внутри аэропорта, предоставили коридор для беспрепятственного выхода. Ополченцы говорят, что не хотят бессмысленных жертв. Мы мирные люди, мы не хотим войны. Если кто-то нам придет вот так, вот с этим флагом, и будет нас убивать, судьба этих пацанов печальна. Практически все из них погибли. За 4 дня штурма Донецкого аэропорта подразделения ополчения, которые участвовали в операции, понесли минимальные потери. Один боец погиб, 5 получили ранения. Официальный Киев информацию о погибших в аэропорту силовиках скрывает.